Химках появился новый участник социальной программы «Вместе». Стоматологическая клиника на улице Родионова, 7, пополнила список. Теперь льготные категории граждан смогут получать здесь скидки на лечение и на другие услуги при предъявлении социальной карты округа. Медицинский центр посетила представитель администрации Химок Светлана Маленко. Сегодня мы рады присоединить очередной объект к реализации социальной программы «Вместе». Это, как вы видите, стоматологическая клиника, 7-й по счету медицинский центр, а в общем зачете 115-й объект уже. В качестве подтверждения участия в программе на двери прикрепили наклейки с фирменными логотипами, а на стенде разместили брошюры с информацией о проекте. Наша клиника работает с 2017 года, и к нам обратилось более 1500 химчан, из них половина – это инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи. И администрация городского округа Химки предложила нам вступить в социальную программу «Вместе», которая дает скидку 15% и которая позволяет гражданам лечиться городского округа Химки по доступным ценам. Скидки в организациях, включенных в социальную программу «Вместе», предоставляют пенсионерам, многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны. Всего на лояльные цены могут рассчитывать 23 льготные категории граждан. Ознакомиться с полным списком можно по телефону 8-495-255-3906 или на сайте администрации Химок.